Ой, друзья, после стрима что-то на жор пробило, как-то перенервничали, наверное. А мы это, я плов варила. Так захотелось плова, говорю, 100 лет не ели. А он такой вкусный оказался, вообще обалдеть. Ну вот кажется, опять еда. Ну еда, да. Ну вот мы такие. И только жрём. Не. Не, ну не только жрём. Мы ещё любим готовить. Мы еще и спим. Ну да. Нет, мы любим готовить и есть любим. Ну, наверное, сейчас понервничаем, но мы давно ели, мы, наверное, понервничали. Что думаем? Мы переживали, как все пройдет. Так здорово, да, все ничего, прошло все вообще. Прошло, да. Конечно, благодарим нашу подписчику. Большое вам спасибо, что поддержали нас. Вы нас поддержали, так здорово вообще. Нам очень понравилось. На что Андрей, я вообще не хотел. Ну, я не знаю, как, что, да? Я переживал, что ему завалят такими вопросами каверзными какие-нибудь, от которых не отбрыкаться, как говорится. Не знаю. Не, ну как? Вопрос, конечно, и сам. Лечи, которые делала вот я летом. Какое же оно вкусное. Угу. Вообще вот обалденный вот этот рецепт, да, вот просто вкусное. Угу. От перчика просто пленки. Ну, я уже не стал. Вот ты раньше делала его, как бы он длиннее был, угу. А потом я говорю, пополам делай. И угу. Вот пополам вообще. Да, я даже меньше делаю. Смотри. Ну, правильно. Смотри, оно даже лучше, и пленка мне вот даже пофиг будет пленка. Очень вкусная речь. Угу. Да. На что я не очень вот это как бы люблю. А сейчас я прям обожаю эту речь. Вот именно этот рецепт и стал есть. Угу. Плов давно не готовили. Я сегодня что-то решила приготовить. Взяла, обрезала эти голени. Обрезала. Угу. Вот с грудки берешь, делаешь, да, с куриной, сухой. Вот берешь голени, бедра, вот обрезаешь. Что надбивное они хорошо. Вот. И вот этот и плов. Вот такой вкусный прям получился, да? Да. Прям обалденный. А мы тут давно не делали плов. Вообще я даже уже не помню, когда мы готовили его последний раз. Он прям вкусный. Я помню, одно время ты его прям так часто готовила, что я его даже терпеть не мог. Да, это плов прям этот вообще. Угу. Ну, я больше люблю рис. Одно время гречку все. Угу. Тоже. Ну, а что поснимать? Может быть это? Что я, мотивации мои? Глажку, белья. Что я люблю? У меня там как раз белье. Вот завтра встать, погладить. А, что-то там... Это. Надо экскурсию по городу сделать. Я думаю, такую, ну завтра надо, да. Ну не завтра, не обязательно завтра. Нет, можно часть завтра. Мне надо часть съездить, завтра. Подышать, все никак не съездим. Может вот завтра возьмем и съездим, ну, посмотрим, как погода будет. Ну да, можно будет. Да. А город, можно частями, можно там, сегодня просто эти любой... видео надо в один альбом сохранять, угу. Чтобы потом прям сделать прям обзор полный. Ну да. По городу. Так что... Снимем что-нибудь, да. Угу. Не знаю, может быть, я то, что привыкла смотреть блогеров, у них вот, например, кого я смотрю в основном, у них так вот тоже одно, там другое. Ну, вот чем человек живет, да? Ну, да? Каждый день. И обязательно у них что-то там еда в этот день. И для меня вот это вот постоянно я, ага, что-нибудь тоже посмотрю, их раз приготовлю. Смотрю там, уборка там, они убираются, что-то делают. Ну, а я вот такая, у меня целыми днями какие-то дела. Вот это просто я болею. А когда я не болею, у меня выходной на выходной не похож. Вот правда, спрашиваю, где вы там куда-то ездили отдыхать? Куда я отдыхать? У меня выходной, я убираюсь, есть варю. Что-то делаю. Люди отдыхают, на Волгу едут или куда-то, а у меня дела. Надо же этого кабанчика кормить. У меня по жизни какие-то дела. Ну, иначе сожрём. Да ты меня сам на Волгу. Так, все, завтра выходной, так, едем.
Ну да. Сам ругаешься. А мы летом, да, у нас бывает. Нас как-то поглощает квартира. Это, я считаю... Кстати, ну, про нумерологию квартир мы не будем говорить. А это да. Мы вот заходим, и все, мы растворяемся в квартире. Уже неохота никуда идти сам. Ну это... Никуда идти. Да, это шестерка. Она как бы идти сам. Шестерка, она умиротворяет внутри идти сам. Единичка, она и самая, как бы. Общая у нас семерка. Это самое. Ну, я привык. Ну, уж люди привыкли, наверное, к моему это самое. Это у меня такая вот паразит такой вот. Не знаю, что с этим делать. Ну, надо. Говорить, я не могу. А это самое, это очень долго. Значит, у меня, наверное, просто замедленное мышление. Поэтому это самое я долго говорю, и за это время я его как-то дольше думаю. Скорее всего, наверное, так. Но у меня Меркурий в рыбах, с речью у меня не то, если кто понимает. Сейчас он пойдет. В астрологии. Вот. Он меня когда говорит? Он у меня еще в восьмом доме. Меркурий. У меня вот такие слова, когда говорит. Я ему говорю, скажи попроще, что это значит? Он там, Меркурий в таком-то доме. Я ему говорю, ты мне проще скажи, что это? За что это отвечает? Что? Как будто по-китайски говорю, да? А когда она сам мне что-то говорит про болячки какие-нибудь или там эти лекарства, так, ага, я так прям знаю название этих лекарств, название этих болезней там разных. Так что... Не, ну я не. Я просто любитель, я как бы не профессиональный, как бы. Увлекаетесь. Просто увлекаюсь. Мне это нравится. Как бы не скажу, что я. Любитель. Прям... Слушает там, слушает. Да, там. То есть ну, мне как бы это нравится, астрология. Вот. Хотелось бы, конечно, ее больше. Раньше я вообще не знал. Но это на работе мне там иной раз делать, когда нечего. Вот. Кто с нами после стрима пошел есть? Да, это я учился. Ну как, все учусь, от Сергея Безбородова, тоже у него канал, но у него и в Москве свой этот. Офис? Нет, у него как учитель, там школа, я не знаю, как она, школа, институт, или как, ну какой-то у него такой сам. Я его как-то что-то начал смотреть, сначала как-то вроде нет, а потом вник, ну как-то вот понравился он мне. Как-то вот. Я, в принципе, я не то, что это, я люблю все это как бы увидеть, и проверять на деле. То есть не то, что вот я астрология. Я разный. Я раньше пробовал, карты играл. Не играл, но гадал тоже. И то есть проверял, на самом деле это как-то что-то сходится или нет. Ну, не знаю, как бы все это... Он даже знакомым гадал наш. Да. И совпадало. Не могу утверждать, конечно, может быть, чисто совпадение. А может, действительно, не все так просто в этом мире, как говорится. Поэтому... Колдун? А, шаман. Колдун? Со мной живет. Ну, а как же я ее заворожил тогда? Заколдовал. Да. Принцессу. Теперь не отколдуется никак от меня. Не говори мне. Да нет, разве можно? Ой, так что... Ой, кто с нами? Всем приятного аппетита в 11 ночи. Да, а время там... Ну, мы еще не спим. Они наоборот, может, наоборот, утро там показывают. Но мы еще не спим. Мы вообще последнее время ложимся. Я вчера полтретьего легла ночи. Вот представьте. Так что до полтретьего я еще не сплю. Ну, утром... Не, утром у нас еще Лола будет рано. Будет рано. А так это самое. Ну, мы ее выведем и опять это самое. Поваляемся и вроде да. Сейчас да. Работа все. Ну да, скоро лафа кончится. Ну уже надо идти на работу все. Ну я не знаю, конечно, у меня что вот с этим, с реабилитацией. Я даже не знаю. Я приду, они скажут, давай все. Ну посмотрим, когда ехать, а то мне тоже надо ехать уже, наверное, на работу. У нас проблема Лолка не с кем оставлять, вообще не знаю. Ну к мамке ее. Ну она, трудно ей там будет, конечно, на другом, на чужом месте ей там, конечно, будет трудно. Она старая, сейчас стресс такой ей будет. Поэтому я говорю, побудь дома пока. Так что? Вот орешки у нас. Посмотрим. Да. Сколько? Жирные, наверное, на ночь-то. Вот орехи. Да? Не знаю. Ну ладно, сегодня плов съели. Да, сегодня у нас расслабло. Mm.
Ну, я прям так довольна. Я вообще думала, блин, как? А Андрей мне вообще, он только не говорил, но я прям смотрю на него и думаю, скажет, ну затеяла, да? Да, ты вот так досчитал, нет? Ну, в принципе, нет. Я ему говорю, идем посмотрим сейчас это, время уже приближается, что-то, ну сейчас, а сам нервничал. Ну да. Ну все, боевое крещение прошли. Я человек не общительный. Не, я общительный, но мне прежде чем... Надо людей знать. Да, я сначала как бы... А вас он уже знает теперь. Ну да. А скажи. По стриму, как будто вот прям родственники. Да. Есть такое ощущение? Ну да, сближает. Сближает. Я когда вот говорю, на одном была стриме, на другом, и я вот чувствую, как будто вот сближение. Общаешься. Подписчики тоже так же говорили. А сейчас мы снимаем у нас тоже продолжение стрима? Нет. Это видео теперь будет. Без это... Как ее называют? Без цензуры, как бы сразу это как-то там без вырезания или как забыл вот. В восьмом доме. Да ладно. Нет, это с памятью это другое. Память у меня это постковидный синдром. А так нормально. Монтируешь видео. У меня целиком без монтажа. Сейчас будет? Да. Ну, вроде ничего монтировать же не нужно. Ну, может, выложим вот такое маленькое, да? Ну да. У меня там, правда, готовка. Не будем тогда уже готовить? Нет, это будет просто отдельное видео, как говорится. Что мы провели? Как мы провели? Да. Свой вечер после стрима. Впечатление о стриме или как-то нам... Даже есть захотел. Да. Ну, а я под шумок и сам... Обрадовался как раз. Мне тут настолько еще и плов обломился. Красота. Прям хоть каждый день устраивай стримы. Я ему говорю, что чайку, а потом на кухню зашла, говорю, блин, плов же. Ну все. Поели. Ну вот, посидели, поболтали, да? Ну, друзья, наверное, будем закругляться. Все, хватит нам орешки грызть. Да плов есть. Да. Пойдем отдыхать. Пора спать. Ну да, там сохраняется стрим сейчас у нас. Угу. Мы на Андрея снимаем. Так что вот так. Всем спокойной ночи. Сладких снов вам. Всем пока-пока. Пока-пока.